переживай за Алёхи, блядь. За Алёхи. Алёха вообще не успевает. Он же второй рейс опасный, блядь. Закончился наш первый разведывательный день. Ну, я так думаю, потому что в горах никогда не охотился. Это мой первый такой выезд. Вообще посмотреть, как здесь охотиться. Я думаю, что это не мое. Ну, наполовину мы уже заехали. Лопаты, Лёха, если все, я буду копать.